Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям прошла в Казанском университете на базе Института вычислительной математики и информационных технологий. IT-диктант приурочен ко Дню программиста в России. Праздник отмечается ежегодно в 256-й день года. IT-диктант – это возможность оценить уровень компетенции участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Он проводится уже с 2018 года. В этом году создатели решили добавить новый уровень сложности ПРО. В акции может принять участие каждый, кто хочет проверить свои знания. Реализуется IT-диктант в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Организатором выступает Департамент информатизации Тюменской области. В IT-диктанте 32 вопроса. Тест представляет собой набор заданий разного уровня сложности по разным цифровым компетенциям. От простого владения поиском в интернете до каких-то более сложных навыков в плане программирования. У нас участвуют студенты как начиная с первого курса до четвертого курса, и в том числе несколько сотрудников участвуют. Сотрудники тоже могут участвовать и проверить свой уровень цифровой грамотности. Для нас это тоже важно. Вот и студент второго курса прикладной математики Института вычислительной математики и информационных технологий Рустам Фахрутдинов решил испытать свои силы в IT-сфере. Даст понять свои возможности на каком-то уровне и в каком направлении двигаться дальше. Настроен проверить свои знания, если получится, даже на победу. Результаты сертификата участники IT-диктанта получают сразу по окончании теста. Энджи Минибаева, Фарид Захидоглы, Универньюз.